У жителей Новосибирска появилась возможность поплавать с дельфинами. Для этого из Крыма специально привезли и обучили трех молодых афалин. Пятиминутный заплыв в компании обойдется 5000 рублей. Перед развлечением необходимо пройти медосмотр у врача, инструктаж. Между тем, зоозащитники выступают против подобных аттракционов. Они уверяют, что в небольшом замкнутом пространстве высокоразвитые животные испытывают постоянный стресс. В неволе продолжительность жизни дельфинов существенно короче. Впрочем, организаторы заверили, что животные содержатся в отличных условиях. В бассейнах установлена современная система очистки и фильтрации.